have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это мини Airways, немножечко неожиданно, возможно, да? План был таков, что я ждал релиза этой игры, он состоится совсем скоро, 31 числа, и, естественно, она у нас будет на канале. Что план был в том, что я дождусь релиза, и мы с вами посмотрим, но тут пришел Алексей Афанасьев. Привет тебе, чувак, который подписался. Кстати, добро пожаловать. И такой говорит: слушай, а ты знаешь, там демка есть? Я такой: какая демка, ты о чем? Ну, просто когда я ставил себе эту игру в wishlist, то там демки еще не было. Это было какое-то время назад. Вот, поэтому, почему бы нет, давайте сегодня пощупаем демку, заодно узнаем ваше мнение, ребятки, кто хочет смотреть. У меня пока что тогда сложилось такое в голове, что давайте мы будем запускать вместо метро, которое мы прошли, вот, ну, то есть... Мы там исчерпали практически весь контент, у нас там остались челленджи и недельники. Это интересно, но мне кажется, что давайте, наверное, вместо нее будем запускать Airways, если она зайдет, если она вам понравится, если вы этого хотите. Ну а Mini Motorways у нас останется на прохождение до конца, собственно, как мы и планировали. Я немножечко перевел по опциям, тут покопался, перевел то, что на русском языке. Добавить желаемый это я уже сделал. Версия у нас 0.1, это дорелизная версия, но до релиза опять же осталось совсем недолго. Во-вторых, насчет звука, тут есть отдельно общий звук, который, как эта студия обычно делает, есть высокий, средний и низкий, ты не можешь его настроить. Но при этом еще и звук музыки, которая настраивается отдельно. То есть общий звук можно сделать средним, при том, что в этот звук можно будет еще отдельно контролировать музыку. Короче, это у нас тестовый выпуск. Если будет громко, тихо, криво, косо, пишите все, пишите пожелания, потом уже будем настраивать как-то это все дело. Потому что я поставил на тихий-тихий, мне кажется, что вообще ни хрена слышно не будет. Музыка, она такая вайбовая на фоне, но когда она разгоняется в пиковые моменты, мне кажется, что, может быть, будет не очень хорошо. Меня слышно? Пофиг, поехали играть, хорош трындеть. Как в лучших домах Лондона и Парижа. У нас, по-моему, все подобные вещи начинаются с Лондона. Выглядит это больше как карта Хитмана, какого-нибудь хардкорный режим not available. Короче, все это невозможно играть, можно поиграть только в Лондон. Одинарный ВПП. Так. Расположенный в объятиях Темзы. В объятиях. Звучит немножечко не так, как я себе представляю. Этот аэропорт с одинарной взлетной посадочной полосой. Лучшее место для начала вашего... одинарная ВПП, взлетно-посадочная полоса. Вот и, блин. Я, честно говоря, немножечко не вдупляю иногда, что написано на русском, потому что я больше привык к этим терминам на английском, поэтому сорян. Поехали. Оно просто отвалилось, как крыло в воздухе. Итак, основные управления посадки. Есть над чем работать еще самолету. Самолету, помеченный серым квадратиком. Перевод просто божественный. Мне кажется, если будет такой же на релизе, я его обратно нахрен на английский переведу и все. Нужно приземлиться. Щелкните и перетащите самолет в конец взлетно-посадочной полосы, после чего он попытается приземлиться на указанную полосу. Попытается. То есть я ему типа даю направление. Давай, чувак, удачи, да? Clear to land. Озвучка все равно здесь. А ты будешь садиться на вот сюда. We are unable. Angle too steep. Основной заход на посадку. Посадка может быть неудачной из-за неправильного захода на посадку. Установите самолет в нужное положение, отправьте его к месту успешной. Установите в нужное положение. Fly heading 275. Река Темза. Самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу. После успешного захода на посадку самолет сначала замедляется и исчезает с приборов. Мигающий значок сигнализирует о завершении посадки. Понял тебя.
приземлиться. Теперь даем для второго. А самолет нужно взлететь. Самолет, помеченный кружочком, ждет взлета. Нажмите и перетащите самолет на взлет-посадочную полосу, чтобы выполнить взлет. Зона ожидания. Это место, где самолет ожидает взлет. В зоне ожидания появится новый самолет. Игра завершится, когда она станет переполненной. Clear for takeoff. Runway 27. Пока чувак заходит на посадку, ты успеешь взлететь. Самолет, помеченный кружком, должен быть направлен к путевой точке маршрута того же цвета. Щелкни, перетащить самолет на путевую точку. Точка назначения. Это то место, куда должен направляться обведенный самолет. Обведенный кружком самолет исчезает с карты после того, как он полетит до окончания точки маршрута. Это значит, что он больше не находится под вашим... То есть я им еще и управляю... Я тебя понял. Этот на подходе. Чувак летит на взлет. А ты взлететь... Runway 09er cleared for takeoff. Давай, 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 ты успеешь. Загруженные аэропорты так и работают. Traffic, traffic. Fly heading 015. Cleared to land. Fly heading 275. Сюда. Fly heading 045. Vector to destination. Fly heading 270. Cleared for takeoff. Runway 27. Черт, а вот это плохо. Вы же не врежетесь? Самолет находится слишком близко. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения внешних районов самолета друг с другом. А, типа я проиграл, что ли? Vector to destination. We are unable. Angle too steep. Ты пока взлетай. Cleared for takeoff. We are unable. Angle too steep. Clear to land. Fly heading 100. Vector to destination. Clear for takeoff. Fly heading 265. Vector to destination. Fly heading 300. Ну, типа, тут от тебя требуется гораздо больше действий. Angle too steep. Да, можешь ты комплай, давай, чувак. Clear to land. Cleared for takeoff. Runway 27. Traffic, traffic. Нормально, он успеет уйти. Fly heading 275. Vector to destination. Но они же не соприкасаются! Слишком близко, ни в коем случае внешних краев самолетов друг с другом. Так самолеты-то не соприкасались, это их кружки соприкасались, вы чё? Clear for takeoff. Runway 27. Зона ожидания. Так, выберите улучшение. Ага! Ускорение, точка задержки. Зону ожидания хочу увеличить. Clear to land. Давай. Vector to destination. Нельзя даже, чтобы они рамочками соприкасались, не то чтобы крыльями. Я понял, хорошо. Зеленый успеет взлететь. И потом пойдет сюда. Наверное, если они врезаются, я тоже, наверное, проигрываю, да? Иди сюда и пойдешь на посадку с этой стороны. Cleared for takeoff. Runway 27. Fly heading 275. Мне пофиг, сколько времени они проведут в воздухе, правильно? Runway 09er. Clear to land. Clear to land. Отлично. Пока он приземлится, мы успеем уже... Cleared for takeoff. Давай в эту сторону. Слушайте, это интересно. Пока что это выглядит прямо офигенно. Мне нравится. Vector to destination. В зоне ожидания у нас ничего нет. Ты идешь прямо сразу на посадку. Хм.
А когда у нас есть несколько полос, а когда полосы перекрещиваются... Ой, блин, слушайте, я вижу тут столько... столько всего, что можно сделать. Ambient музыка неплохая. И они, кстати, тут добавили голос, не голос. Ну, вот эта вся фишка. Раньше этого не было. Раньше звуки были чисто фоновые. Давай, заходи сразу сюда. Clear to land. Runway 09. Чуть-чуть угла дадим, ты хорошо сядешь. Красный поменял свою точку вылета, кстати. Пошел. Ты успеешь взлететь. И вы даже в воздухе не встретитесь. Отлично. У нас считаются как севшие, так и... Нет, у нас считаются только севшие борта. Подождите, а почему вылетевшие не считаются? Воздушное пространство, точка задержки. А что за точка? Так, воздушный суд автоматически облетит эту путевую точку, когда получит соответствующий приказ. Ага, самолет разворачивается быстрее, эффективнее. Эффекты суммируются. Давайте тогда вот это вот. Cleared for takeoff. Vector to destination. То есть они будут более расторопны и будет проще маневрировать, хорошо? Кажется, у меня просто экран сам потихонечку отодвигается. Вот тут опять колесиком нету, а минуточку, стрелочками. Стрелочками я это тоже не могу никак сделать. Clear to land. Runway 27. Clear for takeoff. Runway 27. Ух ты ж, я варана поставил, они врезались. Так, игра закончена. Всего 21 заново. Давайте заново, давайте попробуем. Только на этот раз без глупых ошибок. Cleared for takeoff. Runway 09-er. Просто попробуем. Я демку после этого стираю и... Fly heading 240. Fly heading 265. Типа, потом уже ждем релиза. 31 июля — это совсем скоро. Cannot comply. Angle too steep. Ну, тогда ты идешь clear сразу на посадку. Runway 27. А ты зайдешь отсюда. А пока зеленый взлетит. Cleared for takeoff. Vector to destination. Clear to land. Я думаю, вы разойдетесь. У вас нормально по времени. Ну, мои внутренние часы говорят о том, что нормально по времени. Сейчас будем смотреть. Скорее садись! Пошел! Рискуем! Clear to land. Fly heading 130. Уйди с дороги. Vector to destination. Runway 27. Clear. Надо было зеленого ставить. Я не могу не по очереди. Сейчас посмотрим. Vector to destination. Пока все расходится. Мигает. Cleared for takeoff. Хорошо. Runway 27. Cleared to land. Runway 27, cleared for takeoff. Traffic, traffic. Да я знаю, я же пытаюсь его отклонить. Вы че? Vector to destination. Vector to destination. Все, разошлись, хорошо.
немножечко заранее предупреждает. Ну, ладно, спасибо и на этом, потому что дает время среагировать. Ты сел? Давай, иди отсюда. Нет, музло здесь классное, атмосфера здесь классная. Не знаю, мне пока все нравится. Пишите, что думаете. Так, хорошо. Зона ожидания больше, точка задержки. Давайте зону ожидания пока увеличим. Сразу на посадку сходу. Оранжевый взлет. Fly heading tree 20. Еще один оранжевый, давай на взлет, успеваем. Vector to destination. Оба туда. Clear to land. Садись. Ну, пока вроде все работает. А оно за сколько или за что? Что является фактором того, что я получаю бонусы? Это очки, это время, это как это все? Потому что всегда оно было до этого по времени, там за неделю. Тебе дают бонусы, но здесь все работает немножко по-другому. Зеленый успеет взлететь. Давай, 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 чувак! Vector to destination. Runway 27, clear to land. Нет. Fly heading 265. Вы с зеленым не разойдетесь. Clear to land. Runway 27. А вот так нормально будет. Тебя маневра хватит. А зеленый сейчас обойдет через верх. Он успеет взлететь и обойти. Vector to destination. А, даже через низ еще лучше. 20 самолетов, по-моему, является, да? То есть по 10 самолетов мне будут... Сейчас посмотрим. И будет ли это правило соблюдаться в релизной версии? Да, только посаженные самолеты не считаются. То есть взлетевшие самолеты — это мой фактор проигрыша, а посаженные самолеты — это фактор выигрыша. Если переполнится зона ожидания, то... Я проиграю. Понятно. Хорошо. Fly heading tree 00. Vector to destination. Понял. Успею, не успею. Не буду рисковать. Он появился, но появился уже немножко поздно. Я вот сейчас в промежутке между вот этими двумя, которые идут на посадку. Сейчас я его закину. Нет, извините, за 20 мне тоже бонусы не дали. Вот, второй день закончился, тоже мне ничего не дали. Я пока не понял. Вот, хорошо. Выход позволяет более поздним рейсам взлететь пораньше. О, это то, что мне нужно было, по сути, да? Воздушное пространство, увеличит площадь воздушного пространства, обеспечит больше места для самолетов. Давайте возьмем. Выход мне пока что... Я об этом думал, я об этом говорил, но он мне пока что не нужен. Cleared for takeoff. Runway 27. Вот. Но хорошо, что оно есть. Vector to destination. Мне бы опять дали бы маневренность самолетов лучше. Я был бы рад. Надо вот от этого синего сдыхаться, чтобы он... We are unable. Angle too steep. Да с этой стороны зайди. We are unable. Angle too steep. Fly heading 060. Сюда. Я так полагаю, runway что у меня ж будут и экстренные положения. Angle too steep. Clear to land. Вот, и то, что самолет не смог взлететь, и мне придется его направлять хрен знает куда. Вы успеете разминуться? Я думаю, да. Хорошо. Тогда ты еще и взлететь успеешь. Vector to destination.
Синий с другой стороны будет взлетать. Нам нужно, чтобы это тоже сел, его убрали с полосы. Поехали. Видите, оно время от времени само отодвигает экран. Это как, я не знаю, то ли бонус, то ли что-то такое. Хер, что ты понимаешь, что каждые сутки мы получаем бонус? Cleared for takeoff. Runway 09er. Vector to destination. Взлетают быстро, хорошо. Runway 09er. Clear to land. Как там говорилось, что в загруженных аэропортах у тебя там каждые 10 секунд взлетает, садится самолет. Я чувствую, нам это предстоит узнать на собственной шкуре, да? Runway 09. Cleared for takeoff. Vector to destination. Супер. Cleared to land. Runway 09. Че, оранжевый успеет взлететь? Давай, чувак. Только мы тебя вручную сейчас будем вести. Fly heading 120. Мне нужно уйти с курса посадочного вот этого чувака. Runway 27. Cleared for takeoff. Так, ускорение. Fly heading 100. Ну, поворачивай курс на посадку, дружище, ты чё? Vector to destination. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 27. Не-не-не-не-не. Fly сюда, 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 сюда. Vector to destination. Cleared to land. Все, расходитесь, как в море корабли. Кстати, про корабли. Раз уж мы добрались до самолетов, может, еще и корабли будут? Прикиньте, какой-нибудь там порт. Vector to destination. Неплохо, неплохо. Блин, я не посмотрел, что здесь есть красный, мы бы успели его взлететь. Ну что, в среднем получается 10 самолетов в день пока что идет. Runway 27, cleared for takeoff. Runway 27, cleared for takeoff. Vector to destination. Clear to land. Runway 27. Хорошо. А сколько самолетных историй мы можем рассказать? Ну, лично мне есть о чем рассказать. Я жду релиза, тогда точно повеселимся. Так, а взлетишь ли ты? Не взлетит в обратную сторону. Runway 27. Его... Clear to land. Vector to destination. Блин, а ты успеешь, дружище, вот этот справа, который на посадку идет? Мне надо, чтобы он не поссорился с тем, кто слева на посадку идет. Заходи, пожалуйста, и садись скорее. Vector to destination. Мне кажется, просто он будет мигать в конце полосы, и в этот момент этот будет садиться. Хотя, по идее, должен бы успеть. Надо будет посмотреть, какое там время замедления. Не-не-не-не-не, точно успеет. Unable. Angle too steep. Так, ну... Fly heading 255. А почему, если выбрал... Я уже выбрал какую-то одну сторону, я не могу Runway выбрать 09. Другую сторону. Cleared for takeoff. Может, это пока что так. Runway 09er, cleared for takeoff. Vector to destination. Так, хорошо, точка задержки, выход, путевая точка, достигну путевой точки, мы будем следовать... В направлении, указанном стрелкой. Это как? Давайте попробуем, я не понял. Путевые точки могут направлять воздушное судно по определенному курсу. Я понял. Я не хочу, наверное, пока что. Ладно, я его размещу.
Vector to destination. Так, ну ты же на посадку идешь? Runway 09er, clear to land. Красный. Cleared for takeoff. Блин, навстречу двум, ну ладно, он успеет. Vector to destination. Я же маневренность-то прокачал. Fly heading 165. Опасненько. Fly heading 225. Давай, взлетай, вставай. Fly heading 245. Fly heading 355. Vector to destination. Vector to destination. Clear to land. Runway 09er, clear for takeoff. Пока все успеваем. Vector to destination. Красный, не успеем, ладно. Подождем, пока этот сядет. Clear to land. Runway 27. Блин, по-моему, я сейчас направил на одну полосу одновременно. Cleared for takeoff. Fly heading 105. Fly heading 255. Vector to destination. Fly heading 305. Давай зайдешь с другой стороны. Runway 09, cleared for takeoff. Зеленый на взлет. Немножечко была опасность, но на самом деле опасности не было, вы же понимаете. Fly heading 020. Runway 09, cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Успеваем. Оранжевого тоже успеем. Runway 09er cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 235. 58. 59. Он 60 летит. Хорошо. Cleared for takeoff. Блин, мне его как-то надо. Runway 27, clear to land. Vector to destination. Cannot comply. Angle to steep. Давай, поворот. Розового после этого. Так, хорошо. Зона ожидания. Давайте еще одно ускорение. Если оно копится, то. Clear to land. Runway 27, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 27. Fly heading 220. Fly heading 005. Vector to destination. Vector to destination. Clear to land, runway 27. Взлетай, дружище! Нормально. Расходимся. Vector to destination. Орёт он мне тут. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 09. Vector to destination. Давайте мы ещё один взлёт осилим. Пошёл. Cleared for takeoff. Runway 27. Vector to destination. Он следом за оранжевым пойдет, а не по одной траектории. Красота. Cleared for takeoff. Runway 27. Очень рискованный маневр, блин, сейчас, но. Traffic. Vector to destination. Я думаю, что он успеет. Runway 09. Я думаю, что и этот успеет. Unable. Angle too steep. Vector to destination. Так, ну ты понятно. Runway ты садишься сюда, ты идешь сюда. Cleared for takeoff. Runway 27.
Ну тут, блин, не надо, поверни. Тут, если не рисковать, тут трындец просто будет. Плохо. Давайте в зону ожидания. Отсюда. Runway 09er cleared for takeoff. И вот это тоже было немножечко зря, по-моему. Clear to land. Vector to destination. Успеешь? Не, так, ты иди сюда. Ты иди сюда. На посадку. На посадку. Так, дайте мне вторую полосу, пожалуйста. Точка задержки не хочу. Хотя. Давайте еще раз зону ожидания увеличим. Блин, они заходят с разных сторон. Уйди, уйди, уйди! Фух, блин. Clear for takeoff. Cleared for takeoff. Fly heading 175. Vector to destination. Runway 09er, cleared to land. Иди сюда, поди, покружишь в воздухе немножечко. Пошел. Vector to destination. Fly heading 150. Clear to land. We are unable. Angle too steep. Fly heading 265. Fly heading 240. Cleared for takeoff. Runway 09. Блин, их до хрена начало появляться. Одна полоса, это прям мало. Cleared to land. Fly heading 285. Vector to destination. Cleared to land. Fly heading 310. Cleared for takeoff. Runway 09er, clear to land. Vector to destination. Traffic. Я вижу. Это придется вам тут послать. Fly heading 305. Clear to land. Runway 09. Clear to land. Fly heading 200. Fly heading 270. В очередь. Runway 09er cleared for takeoff. Vector to destination. Нормально. Cleared for takeoff. Fly heading 270. Clear to land. Runway 09. Vector to destination. Эти через низ идут, эти через верх. Хорошо. Не очень хорошо, ладно. Воздушное пространство. Давай немножечко расширим. Сюда. Fly heading 310. Сюда. Fly heading 220. Runway 09er. Clear to land. Вы разойдетесь, я в вас верю. Runway 09er cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Vector to destination. Вот это опасно. Cleared to land. Runway 09. Fly heading 280. Fly heading 010. Vector to destination. Fly heading 090. Fly heading 285. Fly heading 335. Watch boundary, watch boundary. Fly heading 070. Runway 09er, clear to land. Блин, вот эти не разойдутся. Fly heading 325. Runway 27, clear to land.
Fly heading 345. Fly heading 005. Runway 09er, clear to land. Твою, расходимся! Cleared for takeoff. Runway 27. Fly heading 310. Watch boundary, watch boundary. Нормально. Нет. Fly heading 165. Fly heading 160. Не, ну в разные стороны. Fly heading 2, watch boundary, watch boundary. Они столкнулись. Это проигрыш. Хорошо. Я топ-10% всего 96 самолетов. Сложно. Окей. Через время становится достаточно сложно, и нужно учитывать много чего. Я считаю, что на данный момент это проблема одной полосы, но опять же, там дальше уже посмотрим. Думаю, пока что на этом будем заканчивать. Ждем релиза. Мне кажется, это будет очень интересно. Пишите, что вы думаете, если это пока что будет стоять на месте метро. А пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.